Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели для школьников экскурсию в пенсионный фонд в рамках проекта «Старший брат» и профориентационной акции «Мой выбор», приуроченной ко дню студента. Участие приняли девятиклассники Одинцовской гимназии номер 11. Как отметила первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, такие акции очень важны для современных подростков, поскольку скоро им предстоит определиться с вузом и профессией.